Как вы уже догадались, речь у нас пойдет об иммунологии, а именно о терапевтических антителах, которые в последние годы становятся едва ли не самыми популярными биолекарствами. Это если посмотреть на стремительный рост рынка иммунотерапевтических препаратов. И за это время мы все стали очень большими вирусологами и иммунологами. Речь пойдет о антителах, которые вводят человеку в качестве лекарства. Если ввести высокую дозу, животное погибает. Можно даже не иммунизировать людей. Можно просто у доноров набрать этой сыворотки. В первые часы нужно, главное, спасти человеку жизнь, а потом уже разбираться с побочными эффектами, как, что и как-то стараться. Да, лечение оказывается хуже, чем само заболевание. Какой у тебя титр?